В городе Каспийске состоялся общегородской ифтар, организованный общественной палатой при поддержке компании ООО «Каспий Промсервис». В рамках всероссийской акции «Зеленая весна» прошел субботник, в котором приняли участие жители города Каспийска, молодежка Общероссийского народного фронта, региональный штаб Общероссийского народного фронта, общественная палата и члены партии «Единая Россия». После завершения работ по облагораживанию территории города участники субботника и все желающие были приглашены на ифтар, который состоялся на территории кинотеатра «Москва». Вы знаете, единение этих людей, которые сегодня собрались и убирали город, оно просто было каким-то вот таким завораживающим. Знаете, такие коллективные мероприятия, они очень сближают и сплачивают людей. После этой акции сегодняшней, когда мы убирали город, мы решили, что вечером мы соберемся и вместе проведем ифтар. Вы знаете, что знаменательно? Я православная, я христианка, и у нас тоже сейчас идет Великий пост. И в этом году совпало так, что у роза, у мусульман и у христиан пост совпал. И сегодня за столом вечером сидят люди разной веры. И это очень здорово в нашей многонациональной республике, когда мы вместе сидим за одним столом и вместе кушаем. Это очень хороший признак того, что у нас в нашей национальной республике все очень здорово и очень хорошо. Ифтар прошел в дружной и очень душевной обстановке, благодаря поддержке спонсоров и благотворителей.